jail. Невероятно. Королева Зенобия. Ей даже удалось не потонуть. Подплыви поближе. Найдем, где можно забраться. Что за вонь? Корабль-то уже давно заброшен. Скорее всего, мы здесь не одни. Из вентиляции кровь течет. Отключен. Значит, на лифте не поедем. А здесь лифта вообще нет.
Закоротила. Джилл, взгляни-ка на это. Паркер, подсоби мне. Да, без проблем. Что ты нашла? Похоже на ствол. Ну и? Секунду. Ладно, это не Крис. Это объясняет пропажу ребят. Это паршиво. Где же ты, Крис? На этом солнечном и мирном побережье Средиземного моря был сооружен один из крупных. А, полюбуйтесь на это. Какое же месиво. Нужен образец приличных размеров, чтобы генезис снял точные показания. Расканируйте останки на берегу и отправьте мне данные. Я что-то нашла внутри этой штуки. Оно шевелится. Осторожнее, вы оба. Бог его знает, с каким штаммом вируса мы имеем дело. Это я уже понял. Не волнуйтесь, все под контролем.
Наверное, для выжившей в Ракун-Сити такое пара пустяков. Пожалуй. Так почему ты перешел из FBC к нам? Я хотел помогать по-настоящему, хотел сражаться. Оба живые, я побежу. Продолжайте расследование, но будьте предельно осторожны. А, ну и вонь. Наверное, от накопившихся выделений. Боже, какая мерзость. Чтобы запустить анализ, нужно больше образцов. Попробуй найти еще. Нам пока не хватает данных, чтобы провести полный анализ. Осмотри останки на берегу и собери еще образцы. Теперь образцов хватит. Хорошо, передай их мне как можно скорее. Скрыть появление этих тварей. Наконец-то тишь да покой. Так проходят ваши рабочие будни, да? Ладно, хорош болтать. Давайте сюда образцы. Вот и вы. Хорошая работа. Сомнений нет. На этих трупах видны признаки вирусной инфекции. И как-то странно совпало, что они легко миновали блокаду FBC. Ну, мы сделали, что могли. Теперь будем ждать от штаба результаты анализов. А, это экстренная линия. Да, слушаю. Ага. Что? Да, хорошо. Дальше я займусь. Нам придется ускориться. Прямо сейчас. Ага. Да, приступайте. Джилл, Паркер, ваша работа еще не закончилась. Что случилось? Мы потеряли связь с Крисом и Джессикой. Когда? Как? Непонятно. Я отправил их последние координаты на ваши терминалы. Сигнал пропал над океаном. Я думала, они где-то в горах гонялись за Вельтру. Но, судя по их положению, сейчас они... На корабле. Я обратно в штаб. Возглавлю поисково-спасательную операцию. А вы двое будете моими глазами в полях. Есть, сэр.